После указа президента восстановить электрички в Саратове проработали вопрос о передаче транспортного обслуживания единому перевозчику. Напомню, во время прямой линии житель Балашова поинтересовался у Владимира Путина, когда будет восстановлена электричка до Саратова. Президент дал указание вернуть маршрут, и уже сегодня пригородное сообщение восстановлено. Профильные чиновники сообщают, что дополнительно был проработан вопрос об организации транспортного обслуживания единым перевозчиком. Им станет Саратовская пригородная компания. Сейчас в Саратовской области 3 компании обеспечивают движение электричек. Чиновники уверены, что после того, как все функции передадут одному перевозчику, транспортное сообщение будет развиваться. Все руководство находится здесь, и что позволяет нам оперативно решать все возникающие вопросы. Поэтому мы попросили, чтобы наш регион обслуживала одна компания –